Посетителям международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют элементы боевых действий с применением аэромобильных групп. Сегодня второй день форума. Мероприятие проходит на базе аэродрома Владикавказского авиационно-спортивного клуба «ДУСАВ». Организаторы отмечают большой интерес со стороны молодежи. В спортивно-игровом кластере расположились площадки для подрастающего поколения. Юноши смогли попробовать себя в стрельбе, на живом метании, схватках с мастерами спорта. Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить в течение 3 дней. При поддержке руководства республики организован общественный транспорт. Автобус отъезжает с остановки на Архонском шоссе каждый час с 9 до 2 часов дня. Хорошо провести.